Этот, а что еще? Селки, это все можете ставить в хп. Посмотрим, как без этого будет. Так, с поводу танков. Танки все знают, в принципе. Махери и РДД. Так, милики. Кто тут не был? Вы все стоите под боссом, его постоянно бьете. Этот. Когда идет каст, под конец каста перебегайте. Слушай. То же самое касается РДД зоны. Сейчас сделаю примерную расстановку. Покажу, где кто что стоит. По диспелу монород, как обычно. Плюс. Ну и все. Но народ стоит в мини-зоне, чтобы всех доставать. Так, дальше. По поводу силов. Как вы будете стоять? Сейчас метки ставлю. Так. Ну давай, Долорус. Окей. Попробуйте. Так. Первое. Что-то новое или нет? То же самое, только немножко по-другому. Ну как немножко, без усилков хп. Понятно. Кто же хотел новый спек забрать? Ты и там два человека. Да нет, был. Там кто-то еще потом типа спрашивал. Это Ути хотел по-хитрому сделать. Там. Не, по-хитрому не ты получится. И так ты и Войт вроде забирали на уф. Так, вот вам примерные метки. И метки. И ваше тело движения, то есть печеньки, трусы, звездочки. Синюю метку примерно. А слот у нас под кого? И это красный. Так, и так идем по кругу. По хилам. По этому. Может взять Войда ДКшка, а ты похилишь? ДКшка выдержит. ДКшку сложит. Пускай варом заходит. Че, заходить? Этот. Дальше. РДД зона. Третья группа печенька. Четвертая группа ромбик. По хилам. Полина. Печенька. Дима, печенька, и Элбрил, печенька, адмирал, Матиола и Джонни, вы в ромбике. 500. Ничего страшного, Вага, не обеднеете. Этот. Защитите за РС, потом потеряете народ. Ну, если потерялся, значит не нужен. 700. Так. Дальше. Движемся. Вот. Так. Движемся полукругом. Локи замедляем, Фарада знает, что делать, Локи тоже знает, что делать. В большей степени надо будет хилить танков.
Все, в принципе, больше ничего сложного. Даю рыбу, даю баф. У вас как-то хп больше, чем у меня. Может, мне пойти в усилки скинуть все? Да, маловато. У тебя премиума нету. Он не приходит уже полдня. А ты выйди из игры, удали кэш и зайди, я поможет. Спасибо, кэш. Кэш, почисти. Я чистила. Помогает. Я чистила. Какая разница, какие у тебя будут файлы, если это сервер на часы? Разбирайтесь. Обязательно. Сейчас попробую так, если нет, тогда ссылки менять. Это сложно, мало хп, когда здесь. Он долго идет, бывает полдня не приходит. Ехать, мы настолько тупые. Сейчас, секунду, дай, проголосую. Сейчас бы еще ник свой не указывать. Там не ник, а имя аккаунта. Да, я и говорю. Сейчас... Ну-ка. Ты же, Полина, все равно сидишь ночью. После 11 МСК можно голосовать, и тебе на день сразу сдается. Заранее. Тотем на МП5 поставить. Стоит. От огня... Я не знаю, как от огня ставить. Либо МП5, либо огонь. Посмотреть, сколько шама. МП5 лучше хилу ставить. У нас бафнутый. Есть кирсы, раздавах, карбиды, мизоном, манус. Почему 19-20 вага, 19-15? Кисло здесь, готов? Так, я первый буду пулять. Потом кислый, потом коварный. Если что. Кислый здесь? Гречка, люди. Я пока не могу использовать эту способность. Опять побежал. Че, мы в итоге опять по большому кругу бегаем за боссом? Все как вчера было. Только тут задача стоит этот, больше урона. Во-первых, во-вторых, контроль, и в-третьих, танков не уронить. Я пока не могу использовать эту способность. Где кисло? Газировка, наверное. Надо подождать. Да при чем тут я на это? Видишь время? 49 минут, не 15, а 49. Не сейчас. Что, кисло здесь и здесь? Поехали. Попробуй так тебе. А то, что вчера был. Куда отбегать-то? Кто первый из танков? А второй? Я первый, ты второй, кого третий.
Все, на поле эти поехали. Против часовой или по часовой? Куда? Против. Народ, подними по селу, на селу доводу. Пас. Прибежали. Куда вы так соображаете? Мобы. Все они. И филкис. Еще подними. Все, надо не вижу. Еще можем. Народ, БР быстро. Дима, подними Матиолу, Матиолу, где Белорус. Раз. Побежали. Поднимай Белорус. Бафы по ним обновите сразу, подъемем пламя. Прибежали. Блять, вы серьезно? Где просил? У меня бояр еду. Ты что? У меня нет. Ноль, хуй. Где, блять, просил? Без таков забирал, без ничего. Мне ушло всего лишь, блядь, 20-36 тысяч урона. Лайк. Охуенно. Что с прохилом? Он не то же самое, два ближних боя в стандартах. Давай, слушай, Мозов вчера предлагал, все РДД во внутреннем кругу будут, а милики по внешнему. Тут просто это... Те, я так понимаю, те, кто вот стоял РДД на внешнем кругу, они не доставали до вас. Они, блядь, пробежать вперед не могут стать? Вот там бегает, блядь, ты бы видел, как бегает, там вот идет первый каст, там на такую, всякие гибеня убегают люди, что, типа, зачем, я не понимаю. Я что-то хуй пойми, но я вижу у него двойная атака почему-то. Прям... Там это лужа, как бы, которая теперь кидает вниз всего 6 метров. Слышишь? Ну, типа, тут нужно, как на профе, вот лужи, когда разливаются, ты должен прям с краешку у луж стоять, а там на такую дистанцию убегаю. Откройте рекаунт, смотрите смерть. Вот на кавате смотрю, минус 1.45, 2000 в одно и то же время. Это ну, это хуй по мне как так. Ну это удар пламени и рука. А, да, да. Что? Скорее всего. Угу. Оно получается. Что спросить? Сколько хилов надо, чтобы прохилить танк? Стандартные автоатаки. Ну это считает 32 тычка и 32 удар пламени. 64. Рыба стоит. Пианист, а давай в 4 танка. Зачем? Вторая фаза все равно в 4 танка. Там по 20 секунд точить будем, прожимки будут больше, быстрее. И будем на каждый каст меняться. Я тебе так скажу, этот, в 4 танка мы точно по ДПС не успеем. Надо давай сначала упереться. Давай попробуем. Чё теряем? Сначала нужно упереться. Мы сегодня будем, пришли повайпаться, почему бы и нет, несколько раз попробуем. Мы вчера успели. Ну вчера-то успевали. Без усилков. Кого предлагаешь? Мы сейчас 6 хилов.
Могу зайти могу до убрать. Могу убрать одного. Вот насчет 6 вов я не заметил. Ни по тебе, ни по мне, вот в данную смерть. Почему мы в первую? Ты умер, я сразу буквально через секунду буквально схватил. Я видел, что ты умер. Он пошел куда-то там, кого-то из ДДшников, он, скорее всего, убил. И я схватил. И прям буквально через два удара я убил. Под прожимочкой. Под свои, там, хуй с ним, слабенькой, под Мишкиной. Но у Мишки ХП хватает. Да, ты скидываешь без абсорба. Влад, заходи на ДК Матиола с рейда. И тогда заходит в рейд у нас кто? Фарада, дай подал. С женой он. Заходишь в рейд. Фарада. Адмирал, у тебя, который ты мне с каду скидывал, там это абсорба. Чего? Фарадыч, дай. А, вот он стоит. Ты мне скидывал, короче, свой аддон с каду. Там есть.